Сюда, на Большой Ахун, и летом, и зимой любят приезжать туристы. Но сегодня собрались сочинцы разных возрастов. На высоте 663 метра над уровнем моря под патриотические песни говорили о России такой большой и великой. Я люблю свою страну, потому что я в ней выросла. А студенты рассуждают, как им предстоит жить и что делать в ближайшем будущем. Жить и работать так, чтобы реализовывать их сегодняшние пожелания стране. Я хотела, чтобы народ жил мирно, чтобы не боялся ничего, не боялся самих себя, чтобы ни в коем случае не было внутренних каких-то разногласий, чтобы не было внутренней войны ни в коем случае. Вот. Ну, естественно, хочется какого-то роста страны, экономического в первую очередь. Чтобы было все прилично, чтобы не было, как в Украине, чтобы не было беспорядков, чтобы, хорошо жилось в стране, чтобы спокойно, мирно. Чтоб правда была всегда правда. Сказал, значит, сделал. Не, значит, до свидания. Вот и весь. Чтоб люди жили дружно, мирно и в любви и согласии. Что нам еще? Нам больше ничего не надо. Подтверждением этих слов стало водружение российского флага. Несколько лет подряд, накануне праздника Дня России, его устанавливают на 30-метровой смотровой башне, построенной в 1936 году. Несмотря на дождь, туман и ветер, сюда пришли сегодня ветераны, дети и представители власти. Флаг был водружен на самой высокой точке нашего города. Правда, со стороны города флаг, наверное, сегодня сложно будет увидеть, но будут ведь и солнечные дни. В ясные дни отсюда просматривается великолепная панорама всего побережья от Лазаревского до Пицунды и Кавказских гор. Но сегодня те, кто поднялись на смотровую башню, не воспользовались большим биноклем. Все внимание было приковано к флагу. Мы сегодня готовили праздничное мероприятие, посвященное Дню России. Этот праздник самый молодой в нашем календаре, поэтому этот год ознаменован патриотическим поднятием духа нашего народа. На фоне установленного российского триколора все фотографировались. И неважно было, какое из-за тумана получится изображение, ведь то, ради чего они пришли, все равно получилось. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.